Всем привет, народ! Это канал Мистер Кэт. Меня зовут Сагиров Иван. Я продолжаю играть в Skyrim Special Edition. И сегодня мы точно должны докачать лучника до 100. Да, ребят, ну что, прошлый стрим у меня, конечно, был просто крашнутым, я не знаю. Сначала просто YouTube отказывался запускать стрим, потом баги, вылеты, ну я кое-как провел. Сори, ребят, сори, я постараюсь все исправить. У меня еще история с i7 затянется неделю, но немножечко позже. Давай вспомним. Я сейчас просто допрохожу свои вспомогательные квесты и... Вот, сейчас у меня вот цель моих поисков — это кольцо чистейшей смеси. Местонахождение — забыта пещера. Вот сейчас мы прокачаем. На данный момент у меня черный лук судьбы. Оп-оп-оп. Иди сюда, друг. Скрытность 48, отлично. И честно говоря, ребят. Ой, подожди, он разряжен. Это не зефир. Я не знаю почему, но вроде бы, знаешь, разница там маленькая со скоростью, но она, блин, чувствуется. Она, блин, чувствуется просто обалдеть как. И честно говоря, я, наверное, психану и сегодня уже поменяю на другой лук. Попробуем соловьиный лук, наверное, еще потестить. Легендарный лук соловьиный. Может быть он круче зефира. О, моя стрела. Так, что тут у нас? Заберем драгоценные камушки. И у меня, короче, такая эпопея с обновлением, ребят. Я-то говорил, что уже со среды у меня будет там на i7 все топовое, все крутое, все невероятно крутое. Но нет, 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 нет. Ребят, сегодня я решил себе все обновить. У меня сегодня коротенький день был на работе. Я отработал до 3. Ой-ой-ой. Пришел домой и сразу начал обновляться, потому что сегодня забрал вот эту вот гудрамовскую память DDR4, которая мне не подошла. Ну, скорее всего. Я все установил, все поставил. Все проверил, перепроверил. Все закрепил. Ну, знаешь, все сделал. Почистил системный блок от пыли. Повытаскивал оттуда, от кулеров. Пылюку. Там, не знаю, такие куски еще. Все установил. Такой вот, знаешь, включил. Он зашумел. Я такой, блин. Ну, у меня уже винда была на поготове. Нужно было все переустановить. И все. Черный экран. Ничего не работает. Ничего, блин, не работает. Ого, смотри-ка. Норские вещички тут. Я с удовольствием их заберу, они крутые. Они реально крутые. Камушки. Забираем драгоценные камушки. И что я только не делал, ребят. Что я только не делал. Я и так, и все перепроверял. И опять разбирал. Все кабеля включал, переключал. И ничего мне не помогало. Я уже начал по форумам лазить. Ай, пусто, пусто. Мне уже начало бомбить. Так, я уже его взял. Хотя можно будет его продать. Давай заберем. Дружок, сори. Мне нужно лук качать. Кстати, давайте посмотрим, сколько у меня там лук. У меня, по-моему, осталось чуть-чуть. Легкая броня 108, обалдеть. 98, скоро будет 99. Вот, так слушай. Начал я лазить по разным форумам. Ну, честно говоря, вариантов очень много. Очень много там советовали сбрасывать BIOS. Я это все делал, батарейки менял, батарейку новую вставлял, перегородку ставил. Ну, короче, что я только не делал, ребят. Что я, блин, только не делал.
все перепробовал, и потом я решил зайти на официальный сайт материнки. Да, именно на официальный сайт вот этой вот материнки. У меня не сильно дорогая материнка, к сожалению, на топовую не вышла. Насобирать, ну, хоть что-то. Вот такая. Можете инфу посмотреть. Там есть поддерживаемая память. Поддерживая память именно Azure DDR4. Я зашел, и я, блин, гудрамовскую не нашел. Просто не нашел, ее там не было. Потом я провел еще несколько тестов, я запустил с памятью, без памяти, все точно такой же эффект. Она запускается, но картинка не выдает. Значит, это что-то не так. И также еще заметил, короче, баг такой, что вот эта вот полосочка, знаешь, где контакты, она почему-то вот такая вот, она кривая, я не знаю. Может, как раз и в этом баг. Ну что ж, я ее только получил, у меня есть 14 дней, я могу ее вернуть. Так что, ребят, ну, вы знаете, как с этим возвращением предстают дела, ну, там, отправляется, рассматривается, потом опять рассматривается, ну, я думаю, это затянется еще как минимум на неделю. Это чертовски плохо, ребят, чертовски, потому что я собирался уже на следующей неделе в воскресенье проводить стрим и думал, что это уже будет на i7, но, видимо, болт, господи, у Драурга даже камушки драгоценные выпадают. Ребят, так что придется пока поиграть на своем FX63 2.0. О, золотишко, заберу. И ждать, пока я установлю себе i7-77, пока я поставлю себе Hyper, хотя, честно говоря, вот эту вот скоростную флешку 240 гигабайтов. Она даже пахнет скоростью, господи. Господи, это изи. Подожди, я хоть играю на легенде. Давай проверим. Легенда. Ну, просто они слабенькие какие-то. Низкоуровневые. О, смотри, ловушка. Пусто. Так что, ребят... Вот такая вот беда у меня. К сожалению, пока я не перехожу. Не, ну... Может быть, конечно, такое, что что-то еще с материнкой. Тоже как вариант. Но я очень-очень надеюсь, что не с материнкой. Потому что если я отправлю память, заменю, и будет что-то с материнкой, мне придется сделать то же самое. Я не знаю, честно говоря. Завтра единственный день потратить на то, чтобы побегать. Нет, завтра праздник. Точнее, я выложу как раз на праздник. Да, на 14 число. Я просто через день записываю. И мне будет не до этого. А так как у меня сейчас загруженный день, я работаю, блин, каждый день. У меня один выходной, это вторник, ребят. Так что не удивляйтесь, что иногда серии выходят такие, где я такой... Сонный, ну да. Да, я люблю поиграть, я выпускаю каждый день, стараюсь, но это после работы. А дни сейчас у нас иногда бывают очень жесткие в плане работы. Мы переехали, начальник напрягает, потому что прибыль стала не такой, как она была раньше. Я работаю в мебельном магазине участника. И все, я даже не могу. Раньше, например, я мог спокойно зайти в YouTube, там поклацать, поотвечать побольше на комментарии. То сейчас у меня такой радости нет. Но я надеюсь, эти времена вернутся. Но я в любом случае захожу, просматриваю ваши комментарии. Огромное спасибо, что заходите. И, ребят, не обижайтесь, что я не отвечаю. Отвечу немножечко попозже. Блин, то подожди. Ну, как всегда, нужно сейчас в самый край карты добежать, чтобы все собрать. Все равно классно. По всем этим баночкам. Вот теперь классно собирать. Раньше там было, знаешь, 2-3 монетки, а сейчас тут настоящий лут. Ого. Дядя, отдыхай. Погоди, я что, пропустил тот момент, когда мне... Да, стрельба 99. Стрельба 99. Остался последний уровень. Два черепка.
Вот. Просто посмотри, сколько тут сейчас. Раз, два. Три, четыре. Пять, шесть, семь. Восемь, девять. Девять, девять драгоценных камней. Как? Да, друзья, это перк, счастливчик, как я его называю. Обалденный перк. Еще здесь парочка. И здесь три. О, страшный дядя вылез, да? Давай ты залезешь обратно. Не дострелил. Не дострелил, господи, что это за слово? Так, четыре? Ты такое видел? Четыре камня просто. Жесть. Ладно, хилку заберу. Так что, ребят, хейтеры, радуйтесь. А, ребята, вот мне посочувствовать. Я, честно говоря, так ждал. Я с этой оперативкой, блин, запарился. И опять что-то не так. Воу, ну не беда. Не беда. Пока поиграю так. Так, погоди-ка. Не сюда. Милая ловушка. Так, стой. А, так погоди, мы уже пришли. Чё-то я обратно иду. Стоп. Эксперт. А давай взломаем. Все равно взлом 47 уровень. А, блин. Давай. Вот. Есть. И тут еще один. Нет. Три. Огненный шторм. Не знаю почему, но я почему-то вообще не использую. Вообще. Не использую. Подожди, что это? Свитки. Скажите, почему? Да потому что, не знаю, не хочется. Иногда в очень крайних ситуациях. Давай сохранимся на всякий случай, а то тут можно еще на ловушку какую-то попасть. Я понимаю, что я всех убиваю просто с одного выстрела. Почему так происходит, я тебе объясню. Потому что оружие у меня Дремерский черный лук судьбы легендарный. Еще обратили внимание, чес маленькая, а черный подписано. Я не знаю почему, но это когда я перенес сохранялки свои Special Edition. Ой, господи, с легендарного на Special Edition почему-то вот такой вот штрифт стал, ну, не знаю, 224 урона. Это без каких-то либо усилений. Скрытность 49, скоро новый уровень, класс. Застрельщика. Это, честно говоря, даже без застрельщика мы прекрасно себя чувствуем. Я помню, когда тут проходил, еще не прокачанным, блин, как же тяжело было. Вау, у меня сейчас будет перегруз от драгоценных камней, ребят. Реально перегруз. О, черт. Где он прятался? А, вот он. Да, на таких высоких левелах противники просто становятся слабее. Ой-ой. Но ловушка меня также может убить. Воу, дядя. Что за черт? Он уже мертв? Боже, он спал. Господи, залез на него сверху, потоптался, а он просто не реагирует. Там еще один, да? Да, где-то еще один. Не пойму только, где он. А, вот. Даже парочка. Выскочили, ребята. Ну ладно.
Здесь, друзья, мы нашли древняя чаша. Активировать нельзя. Да, флакон. И, кстати, обратно появились все ингредиенты. Кстати, тут можно понабирать довольно редкие ингредиенты алхимические. О, нет, я перегружен. Ладно, давай сейчас вот так вот быстренько я все пособираю. Ничего не хочу оставлять, потому что тут очень много всего ценного, крутого. Человеческое сердце. В прошлый раз тут, по-моему, было еще доэдрическое сердце, если я не ошибаюсь. Можно алхимией побаловаться, баночки пособирать. Блин, вот какого черта собирается сначала... Сначала миска, а потом только то, что на ней. Это всегда бесило больше всего. Ну ладно, это ерунда. И тут был флакон. Ладно. Сейчас зайду ни сюда, ни сюда. Таланты, черный рынок. Итак, мы снова встретимся. Привет. Заключим-ка сделку. А давай. Я, как всегда, куплю у тебя стрелы. В одежде посмотрю. Ого, доэдрическая броня. Колдовства. Неплохо. И почему-то простая у него появилась, или она уже была. Ну, это не важно. Давай, давай я ему сейчас все сплавлю. Все тяжелое. Все ненужное. Блин, мне нужно еще отнести свои вещи, которые я просто таскаю, которые мне некогда отнести домой. Так, здесь вот. Это я все продаю. С изумрудом, с рубином. Сапоги оставляю, хотя одну пару оставлю. Нет, эти колечки я не хочу. Клавису уже просто не одеваю, потому что, ну не знаю, денег и так хватает, 40 тысяч, знаете, просто на расслабоне. Просто на расслабоне мы зарабатываем, еще зайду в разное, у меня тут куча барахла. Может просто бесплатно отдать ему эти камушки драгоценные. Нет, бриллианты я не отдам. Гранаты, кости. Да-да, я ему просто отдаю. Почему я просто отдаю, ребят? Потому что это тоже качает красноречие. А мне оно особо не надо сейчас, эти деньги. Мне нужно, наоборот, прокачать красноречие. Баночки нужно отнести. Эти все тяжелые металлолом. Ну, все. До новых встреч, пока не призовешь меня опять. Пока. Прям магическое какое-то, да. Ну, это можно было тут не делать, потому что оно все равно сейчас ничего не прокачается. И здесь кольцо чистейшей смеси. Созданное вами зелье на 12% сильнее, ребят. Вот такое вот магическое колечко, ребят. Оно уникально? Нет, по-моему, оно уникально, но самое обыкновенное. Напоминает, честно говоря, какую-то гайку. Хм. Ладно, заберу. Ага, Фрида ждет доставки. Хорошо, сейчас я верну, заберу только весь лотик. Ледяной шип. Заберу эту книгу, просто продам потом. Все остальное, оно недорогое, я его брать не буду. Тут быстрый выход, и мы выходим. Так, нужно отнести это кольцо. Погоди, давай же выйдем. Ага, ага, ага. Вот наш выход. Прям ветерком завело. Пусто. Я просто думал, кошелек тут не облазил. Но все, я уже облазил. Так, ребят, я, честно говоря, самым имбовым черным луком судьбы настрелялся. И хочу его поменять. Надоел, надоел, он мне не нравится. Пока, ребят, у меня в топе это зефир. О, да, зефир круче всего. Скорострельность его это просто что-то. И плюс, если я прокачаю лук на 100... Ой, погоди, сразу все так бьет, яркость это. Я просто яркость делаю в пещерах. Вот, так комфортнее.
Чуть поменьше. Не-не-не, не сюда. Ага. Курган железный. Хм, какой-то квест у меня же с этим курганом. Я там еще не был. Данстар. Погнали. Погнали, погнали. Потом я отправлюсь на Солсхейм. Мне нужно туда. Мне нужно забрать двемерский лук. Вернем. А соловины возьму. Угу. И с ним побегаю. Немножечко с ним. Я думаю, он будет покруче. У него, по-моему, урон самый топовый из всех, что у меня есть. Это лук короля оленей. Что такое? Ладно, пошли. Парнишка, привет. Что-то он несет. Бля, он какую-то похлебку несет. Нужно что-то? Честно говоря, первый раз вижу, чтобы маленькие дети что-то носили в виде кастрюльки. Извини, бегу. Где твои родители, дитя? Они умерли. Мой папа был моряком. И в свое последнее плавание взял меня с собой. А когда он заболел, они высадили нас здесь и уплыли. Он умер через несколько дней. Я пытаюсь как-то выживать с тех пор, но это очень трудно. Очень. Что за спешка? Я доставляю еду и припасы шахтерам. Платят мало, зато позволяют спать у очага в гостинице. Почти каждую ночь. Хм. Интересно. Опаздываю, надо бежать. Ну беги, дружок. Сейчас. Так, ребят, ну что, погнали. Ай, да-да-да-да-да-да. Я даже знаю, кому я вспомнил, у кого брал этот квест. Это в магазине Алхимик. Бля, как он пристроился сзади. Так, имперец. Ребят, у меня до сих пор продолжается голосование Империя или Братья Бури. Вы можете зайти, внизу ссылка Donation. Донат. Там ничего донатить не нужно. Там просто нужно зайти по этой ссылке и оставить свой голос за Империю или Братьев Бури. На данный момент побеждает Империя. Да. Может, зелье выносливости? Молодежь его уважает. Твое кольцо у меня. Спасибо. Давай-ка я научу тебя нескольким алхимическим секретам. Алхимия повышается до 70. Отлично. Ага, помочь жителям Белого берега. Один из трех. Неплохо. Дай знать, если подхватит. Ладно. Прочесть записку Элтриса. Помочь жителям Белого берега. Господи. Надо помочь этим жителям. Ладно, сейчас вернемся еще сюда. И обязательно им поможем. Но для начала я отправлюсь все-таки на Солсхейм. Домой. Я отправляюсь домой. Блин, вот почему я в свое время не играл в Моровинд. В Моровинд. Глобально, масштабно. Мне так в то время не хватало какой-то игрушки, которая будет такой же глобальной. Но никто мне не рассказал. Сейчас я по чуть-чуть играю, но мало. Мало, мало, мало. После Скайрима, честно говоря, тяжеловато переходить на более слабенькую графику, физику, да и геймплей. Привет, ребят. Вы меня ждете? Привет, мой маленький. Это очень сильно сказывается. Очень. Ну, лично для меня. Дома. Дома, дома, дома. Ну что? Давай, наверное, я верну этот лук. Походи. Можно сделать вот так вот. Его возвращаем и берем соловьиный лук. Легендарный урон 274.
Лук оленя, между прочим, 249, но он добавляет... Подожди, почему украсть? Почему украсть? Вот из-за того, что я его украл, из-за этого украсть. Мне ребята, кстати, говорили, как сделать так, чтобы ворованное перестало быть ворованным. Для этого нужно там какой-то нищенки перепродать, а потом купить его. В результате пропадает. Спасибо вам за совет, я обязательно этим воспользуюсь. Так, ну что, возвращаемся обратно. И попробуем помочь жителям. Или взять какое-то... Слушай. Я кое-что вспомнил. Кое-что крутое. Крутое. У меня ж карта. У меня 10-я карта. 10-я карта, которую я до сих пор не нашел. Я ее ни разу не находил, где находятся эти сокровища. И сейчас мы попробуем их найти. Да. Обратись к капитану Гьяланду, если хочешь на борт. Если хочешь на борт, поговори с капитаном Гьяландом. Слушай, Восточная Перская компания, помните, тут было все разрушено? Воу, сейчас все просто идеально. У меня Восточная Имперская компания у тебя в долгу. Рад тебя видеть. Наконец, хоть кто-то может помочь. Прошу прощения за беспорядок. Мы стараемся изо всех сил. Да, по-моему, ребята, вы тут просто вообще навели порядок. Тут было все разрушено. Класс. Ладно. О чем это я? Да, ребят. У меня есть карта. Карта сокровищ. 10. Вот как она выглядит. И мне подсказали, где это находится. Я вспомнил. Камень Леди, ребят. Летим вот сюда. И вот это озеро. И вот наш камень Леди. Да. Сейчас попробуем найти. Судя по карте, нам придется понырять. Я, кстати, ребят, недавно нашел магию. Нашел водное дыхание. Мне его не было. Это вы его прокачал вне эфира. Ой, бабочка. Вау, как же красиво. Так, и магия водного дыхания-то есть, а вот... Нет, я неправильно смотрю. Мне нужно сюда и зайти... Карту сокровищ. Вот, смотри. Напротив меня какие-то руины. А ну. Ну, судя по всему, это вот эти вот руины. Угу. Я просто смотрю на них. А, да, ребят. И вот под водой нужно искать. Вот этот небольшой островок, то, что мы видели на карте. Да. И там недалеко. Магия. Это, по-моему, иллюзия, да? Или нет? Это, наверное, изменение. Да, вот, смотри. Вы можете дышать под водой в течение 60 секунд. Господи, я эту магию никогда не изучал. Вау. Ребят, я еще нашел способ быстро прокачивать изменения. Серьезно? Ты просто юзаешь... Да, вот он! Вот он, ребят, этот сундук. Мы его нашли. 10-я карта сокровищ. Ну что ж, скорее всего, на этот сундук еще воздействует наш перк, где мы находим много-много камушков. Один бриллиант, изумруд, 33 монетки, камень, каменная плоть, очень важный артефакт, медный обруч и все. И все, ребят. Это ж точно, да, это точно оно, потому что, может, это просто какой-то другой сундук.
Нет, вряд ли. Вряд ли. Вряд ли. Вряд ли, ребят. Ладно. Да, судя по всему, так можно прокачивать себе изменения. Можно даже попробовать. Этим можно наслаждаться, ребят. Просто наслаждаться. Блин, руки мешают только. Доплыл до берега. Можно кастануть, например, талант «Секрет волшебства». Давай посмотрим, как оно вообще качает. Не, ребята давно писали, что намного эффективнее качается, если кастовать через одну руку. Водное дыхание, ребят. Блин, честно говоря, я ни разу таким пузырьке это так забавно смотрится. Не. Не-не-не, видимо, приглушение шагов все-таки качает намного быстрее. Хм. И эффективнее. Ну ладно. Если что, буду знать. Фу. А я пока просто полюбуюсь. Честно говоря, можно сделать прекрасный скриншот. Когда я делаю скриншоты, ребят, знаете, что я делаю? Я захожу в настройки. Система, настройки. Экран, вырубаю все панельки и прицел. И вот. Там, вон, видите, мишка. Немножечко мостик захватим. Принтскрин. Где он делся? Посмотри на него, он просто... утонул. Да, в сегодняшней серии я даже не успел попробовать соловьиный лук. Блин, его еще нужно прокачать. Крохотный. Давай еще крохотный, вот. Поставим на быстрое и поставим на кнопочку. Так, соловьиный, соловьиный, вот, на единичку. Все-таки, знаешь, когда ты играешь без прицела, это добавляет еще кое-какой хардкор. Ты должен именно целиться, знаешь, как это по-настоящему, без прицела, без паргалок, ты будешь промазывать. Ты косой, блин, капец. Видишь, нужно ниже брать. Вот сейчас только попал. Ой, дядя, привет. О-о-о-о. Погоди, сейчас я натяну тетиву. Чуть нас не убили. Бедный мишка. Ну что ж, это Скайрим. Это жестокий Скайрим. Ладненько, ребят, на этом. Погоди-ка. Погоди, я что-то увидел. Я видел что-то сияющее. Прикольное. И классное. Ладно, ребят. На этом я буду заканчивать свой эфир. Давайте посмотрю, как тут смотрится. Вот так вот. Да, вот так вот по-настоящему должно выглядеть. Скайрим ночью. Темно, страшно. Это настоящая ночь. Это настоящая ночь. Все, друзья, если тебе понравилось, ставь лайк, подписывайся на мой канал, заходи в мою группу ВК. Ссылка чуть ниже. Также заходи в Инстаграм и Твиттер. Подписывайся, друг. Если тебе понравилось это видео немножечко больше, порекомендуй его, друзья. Спасибо, бро. И пускай тебе всегда везет. Прям как моему
персонажу. Все, это был канал Мистер Кэт. Меня зовут Сагиров Иван. Желаю всем счастья, друзья. И пока. Пока.